Мое знакомство с сайтом MyLoopUp началось с торговой площадки Prom.ua. На Prom.ua очень огромное количество негативных отзывов по поводу данного сайта. Но это еще больше подтолкнуло меня заказать товары, удостовериться лично в качестве. Итак, здесь мы видим накладную. Да, в данном перечне все заказанные мною товары. Так, далее. Бумага для уплотнения. Мыльная основа. Я заказала Мелта сразу с маслом манго. Так, хочется отдельно отметить то, что указан срок годности и вес товара. Так. Дальше. Дальше мы видим пакетик, в котором упакованы все жидкие компоненты. Так. Масло ромашки. Также дата и миллилитраж. Далее. Глина розовая. Немножечко отклеилась наклейка. Кстати, очень замечательно, что магазин клеит свои наклейки, стикера, но может кому-то принципиально. Но это обычная распечатанная бумага. Меня это абсолютно не интересует. Так, дальше. Масло мяты эфирное. И последнее – это прополис. Упаковочки достаточно милые, аккуратные. Ничего не пролилось. Упаковано достаточно крепко. Все, будем тестировать качество.